Турецкий инвестор планирует возвести на территории Башкортостана завод по производству запчастей для сельскохозяйственной техники. На первом этапе строительства инвестиции составят более 180 миллионов рублей. Об этом сообщили в Корпорации развития республики. Кроме того, инвестор рассматривает возможность создания в регионе предприятия по производству систем мелиорации. Главной особенностью компании является изготовление оборудования по индивидуальным заказам. Компания, изготавливающая запчасти для сельскохозяйственного комплекса по индивидуальным требованиям заказчика по всей России, единицы. Идей в ходе переговоров было много, в том числе те, которые стали бы продолжением нашей работы с бизнес-шерифами республики. Некоторые бизнес-кейсы наших турецких коллег мы могли бы применить на местах. Инвестор, зайдя в регион, мог бы стать поставщиком оборудования для наших предпринимателей. Для размещения производства инвесторы рассматривают свободные площадки на территории особой экономической зоны Алга и индустриального парка «Уфимский». Отмечу, что компания «Барбарос Мотор» более 40 лет занимается производством двигателей и запчастей для сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности, которые экспортируют в 60 стран.